А у меня вот такой вот выход вариатора сделан. Это оригинальный квасачий выход вариатора. Он так вот с изгибом идет. Выходит сюда. И вот пошел у меня вот туда. И вот так вот у меня выведены шнуркеля. Сегодня по совету ребят поставил сюда как раз из вот пластиковой бутылки вырезал и вот затянул. Это у меня, короче, с бенза бака идет сапун, он сюда. И вот выведен он у меня вот сюда, вот здесь. Попозже еще сниму видео. Фильтр, вот эту сетку, конечно, под замену уже надо. У меня запасная лежит. Я ее заменю. Так, что бы еще бы рассказать? Ну, вообще, основное, я хотел про эту хрень показать. Просто народ мучается, то вот здесь вот можно так посмотреть. Вот оригинальный такой вот выход вариатора сделан. Кстати, очень работает хорошо. И вот прям четко встает вот этот на корпус и обжимается родным хомутом. Вот так вот у меня доп. Свет выведен различный. Вот такой вот у меня новый духан сделан. Он там не 63, он там, наверное, 73, потом он переходит вот в ту 63 гофру. Ну и выходит вот сюда. Сделано у меня вот так. Это у меня корзинки под канистры. Ну, так вот. Соберу еще попозже. Вот здесь вот расскажу, как сделано у меня в отношении электрики. Может быть, кому-то будет интересно и на заметку себе возьмет.